Я хочу вам сейчас представить народного артиста России, лауреата государственной премии, красноармейца товарища Сухова Анатолия Борисова. Анатолия Борисовича Кузнецова. Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть это труд и стыд напрасный, и в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь. Мне не к лицу и не по летам, пора мне быть умней, но узнаю по всем приметам болезнь любви в душе моей. Без вас мне скучно, я зеваю, при вас мне грустно, я молчу, и мочи нет сказать «желаю». Мой ангел, как я вас люблю! Алина, жальтесь надо мною, не смею требовать любви, быть может, за грехи мои, мой ангел, я любви не стою. Но притворитесь, этот взгляд все может выразить так чудно. Ах, обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться рад. Как вы догадались, это Александр Сергеевич Пушкин. Спасибо. Еще одно стихотворение Александра Сергеевича. Безумно гней, угасшее веселье, мне тяжело, как смутное похмелье. Но как вино, печаль минувших дней в моей душе чем старе, тем сильней. Мой путь уныл, сулит мне труд и горе грядущего волнуемое море. Но не хочу, о друге, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. И ведаю, мне будут наслаждения средь горести, потерь и треволнения. Порой опять гармонией упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь. И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбка прощай. У вас здесь, на Вологодчине, родился замечательный поэт. Его все знают, я думаю. Николай Рубцов. И вот сейчас я хочу прочесть несколько стихотворений его. Люблю ветер больше всего на свете. Как стонет ветер, как воет ветер. Как может ветер быть и стонать? Как может ветер за себя постоять? О, ветер, ветер, как стонет в уши, как вызывает, как поражает живую душу. Что сам не можешь, то может ветер сказать о жизни на целом свете. Спасибо, ветер, твой слышу стон, как облегчает, как мучит он. Спасибо, ветер, я слышу, слышу, я сам покинул родную крышу. Душа ведь может, как ты, стонать, но так ли может за себя постоять? Безмолвен, ровен, искушен путь, но стонет ветер, не отдохнуть.
Еще одно стихотворение его. Стукнул по карману — не звенить, стукнул по-другому — не слыхать. В тихий свой таинственный зенит полетели мысли отдыхать. Но очнусь и выйду за порог, и пойду на ветер, на откос, о печали пройденных дорог шевелить остатками волос. Молодость уходит из-под ног, память отбивается от рук, солнышко описывает круг, отбивая временный нам срок. А стукну по карману — не звенит, стукну по-другому — не слыхать. Если только буду знаменит, то поеду в Ялту отдыхать. «Как изменился ты!» — воскликнул я. И друг опешил, и стал печальней сироты. Но я, смеясь, его утешил. Когда меняешь прежние черты, меняешь гнев, меняешь милость, не только ты, не только я, а вся Россия изменилась. Вот замечательные стихи, конечно, вот это короткое стихотворение, очень емкое, глубокое, всеобъемлющее, можно сказать, многих понятий. Но вот оно мне напоминает одну вещь. Вот все меняется, единственное не меняется у меня в творческой моей жизни. Моя фамилия, под которой меня в основном знает зритель, это товарищ Сухов. Да. Не знаю, страдать от этого или веселиться, но во всяком случае, когда называют фамилию Кузнецов, то так некоторые все-таки бывают такие чуть-чуть на какую-то долю секунды призадумываются, сказать: так это Сухов, все знают. И вот мне иногда вопрос из зала: скажите, пожалуйста, вот у вас за 150 картин уже, а вот вас, вот как нарекли, товарищ Сухов, не досадно вам, а как вам? Товарищ Кузнецов, не обидно? Я говорю: как вам сказать? Ну, бывает очень, ну, это очень редко бывает момент. А я потом, я говорю: знаете, я, мне кажется, нашел для себя очень убедительные и утешительные примеры из нашего кинематографа. Я сейчас хочу назвать фамилию одного актера, очень известного прошлых лет. Любопытно, какая картина с его участием первая придет вам на память? Борис Бабочкин. Чапаев. Правильно, Чапаев. Какая прекрасная картина. Как, сколько я ведь давно сделан, и мы мальчишки в Чапаева играли, вообще во много раз смотрели и так далее. А скажите мне, пожалуйста, а что мы еще можем вспомнить из работ Бабочкина? Интересно, да? А кто для нас является Вячеслав Тихонов? Ну, конечно. Вы понимаете, как это? Первый сразу — это Штирлиц. И мы тоже между собой. Штирлиц сказал, он Штирлиц пошел. Да ладно, мы у Штирлица спросим. Понимаете? Вот какая любопытная история. Это касается не только актеров. Это касается и писателей, и композиторов, и художников, и так далее. Вот зову, пожалуйста, назову вам сейчас. Лев Николаевич Толстой. Ну, конечно. А что, и все, что ли? Чего? Да, правильно, на Каренина, «Воскресенье», ну и ряд этого, «Севастопольские рассказы», там, «Казаки», еще всякие. Но первый-то приходит на память — Лев Николаевич Толстой, понимаете? То есть «Война и мир». Вот любопытный вот этот феномен, не могу объяснить, в чем тут дело. Почему из многочисленных работ больших художников какая-то одна особенно проникает в душу и сердце зрителей? Вот тут затрудняюсь, не знаю. Ну а что касается меня, вот я вот товарищ Сухов. Я приехал однажды поступать, ну, на концерт, короче говоря, подхожу к зданию, где должен быть концерт.
На крыльце стоят молодежь, покуривают свое, чего там, разговаривают про свои дела какие-то. Я прохожу мимо, вдруг они так раз, он не он ли, между собой начали спорить, вдруг один из них говорит: ребят, бросьте спорить, я вам точно говорю, это белое солнце пустыни пошло. Так что спасибо. Никуда не денешься, поэтому я не досадую, понимаете? Поэтому нужно много говорить, но у нас впереди не разговорный жанр, а впереди вас ждут замечательные романсы и ретро-песни, которых я тоже выступлю как исполнитель этих песен. А сейчас я на некоторый период времени с вами расстаюсь и хочу представить своих коллег, которые примут участие в концерте. Музыкант и композитор, заслуженный артист России Юрий Клепал. Очаровательная наша певица, мессо-сопрано, жгучая брюнетка, красавица, вы в этом сейчас убедитесь. Международных конкурсов у нее набралось колоссальное количество. Татьяна Черкасова. Я вас не обманул. И, наконец, лауреат многочисленных международных конкурсов, замечательный музыкант Евгений Клепал. Я вас оставляю с моими коллегами, но я еще вернусь. Спасибо, спасибо, дорогие друзья. Добрый вечер. Мы очень рады сегодня выступать на этой сцене. И, конечно же, наше выступление мы хотели бы начать с подарка. А подарить мы вам хотели бы один из самых крупных бриллиантов русского романса, который так и называется «Я вас все-таки люблю». Thank you.
И вот сейчас мы хотели бы исполнить еще один романс, а я бы даже его назвал не сколько романсом, сколько цыганской песней. Потому что сейчас здесь специально для вас прозвучит две гитары, цыганская песня. Тени исчезают в полдень. Помните вы эту картину? А какая там мелодия звучала? Правильно. Гляжу, озера синие. Thank you.
Леонида Афанасьева. И вы знаете, мне иногда даже кажется, чтобы как-то более полно раскрыть эту музыку, был снят многосерийный фильм. Может быть, вы со мной согласитесь. Ну а сейчас еще одну мелодию, и тоже из кинофильма «В бой идут одни старики». Помните вы эту картину? А какая там мелодия звучала? «Смуглянка». Конечно же, «Смуглянка». Сказали по большому-большому секрету, что у вас здесь, ой, как поют хорошо, а эту песню вы прекрасно знаете. Я уверен, что вы будете ее подпевать. Называется эта мелодия «Ах, мамочка!» Thank you.
долго жить, главное, счастливо. Но вы знаете, поскольку мы сегодня выступаем, я увидел, что здесь и музыкальная школа, и вообще я так чувствую, что в зале сидят наши коллеги, ну, действительно, настоящие ценители классической музыки. Мне хотелось бы, чтобы сегодня прозвучало произведение, которое когда-то, много лет назад, может быть, специально для нашего дуэта, написал легендарный композитор Винсента Монти, а называется это произведение «Чардаш». Огромнейшее спасибо. Мы дважды выступали на саммите Большой Восьмерки.
Нью-Йорке, но здесь нам больше нравится. Такие аплодисменты, конечно, мы там не слышим. Дорогие друзья, я не стану объявлять следующее произведение, не стану. Вы его прекрасно знаете. Единственное, я только чуть-чуть перестрою гитару. Вот, понаблюдайте. Замечательный романс «Дорогой длинною». Песни твои, что-то дальше звенят.
международных конкурсов Татьяна Черкасова. Спасибо большое, дорогие друзья. Вы знаете, я с особой радостью и с особым волнением приглашаю на эту сцену лауреата государственных премий России, народного артиста России Анатолия Кузнецова. На свой лад. Дорогие друзья, вам понравилось? Здорово! Сейчас попрошу настроить ваши души на романсы, на лирические песни, на ретро-песни, замечать о любви и так далее. Как я, изнывая, плачешь в ночной тишине. Плачешь, все плачешь в ночной тишине. Милы, низко склонясь над такая любовь тоже бывает. Вы же знаете об этом, да? Не понял. А мы сейчас о другом, сейчас вам споем, сейчас о другом совершенно. Вы эту песню знаете, поэтому не стесняйтесь. У вас хорошее настроение? А у нас какой замечательный. Вы такой замечательный зритель сейчас. Я вот там за кулисами слушал, потрясающе. Вообще великолепно. Подпевайте. Снова замерло все до света, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. То пойдет
поля, за ворота, то обратно вернется опять. Словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. Словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. Веет с поля ночная прохлада, с яблон цветом летает густой. Ты признайся, кого тебе надо, ты скажи, гармонист молодой, ты признайся, кого тебе надо, ты скажи, гармонист молодой. Может, радость твоя недалека, да не знает ее ли ты ждешь. Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не даешь. Что ж ты бродишь всю ночь одиноко. Ты девушкам спать не Дорогие друзья, как вы справляете праздники? Вы в гости друг к другу ходите? Да. Да? Ну, иногда так, днем дела, какие-то дела, а потом какая-то компания собирается сегодня к Марье Ивановне. Она ждет, готовится, стол накрыла, а стол покрыт белой скатертью, она вся скрипит, хрустит, накрахмаленная. А на скатерти стоит, на столе закусочка и селедочка такая хорошая, с лучком там на нам. И огурчики солененькие, свеженькие, и помидорки, и грибочки тебе вот они там. И рыбка красная, сырок, колбаска, господи. И это стоит. Запотевшая, и по ней так слеза катится. И уже прямо у всех, прям, ну когда же начинать? И вдруг она выходит с кухни и на блюде картошечку несет, отварную. И берет укропчиком, она так, знаете, нарезанный мелко укропчик, и говорит, бабах туда. Аромат! Маслица, оно так расплавляется по картошечке. Говорю, боже мой, разливайте скорее, разливайте. Ну, с праздником! Будем здоровы! Между хозяинкой, между первой и второй перерывчик не больной. Раз, сразу, по второй. Баба, выпили, хорошо. Настроение. Пить хочется. Вы выпили уже немножко? А? Споем вместе? Русскую народную песню. Товарищ
степи глухой, схорони меня. Скажи, что в степи замёрз, а любовь её я собой унёс, а любовь её я с собой композитора, ее, наверное, мало кто помнит, слова Зато Фатьянова. Соответственно, возрасту произведения.
проходит молодость, длиннее ночи кажутся, что раньше было сказано, теперь уже не скажется, не скажется, не забудется, а сбудется, забудется. Когда проходит молодость, то по-иному любится. Но что нам в жизни сетовать, коль ночи стали длинные, полны еще рассветами все ночи соловьиные, коль ночи соловьиные. Цветы жасминные, и ты, как прежде, кажешься кудрявою рябиною. Пускай густые волосы подернуты инеем, глаза твои усталые мне кажутся красивее, что не сбылось, не сбудется, а сбудется, забудется. Когда проходит молодость, еще сильнее любится. Когда проходит молодость, еще сильнее любится. Мне тебя сравнить бы надо соловьиною, с тихим утром, майским садом, гибкою рябиною, с вишнею черемухой, даль мою туманную, самую далекую, самую случилось, в какие вечера. Три года ты мне снилась, а встретились вчера. Не знаю, больше зная, любовь мою храню. Тебя, моя родная, ни с кем я не сравню. Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная. Как это все случилось, в какие вечера? Три года ты мне снилась, а встретились вчера. Не знаю больше
сравню тебя, моя родная, ни с кем я не сравню. Хоть я с вами совсем не знаю.
знаком, и далеко отсюда мой дом. Я как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажи тихо слово. Сам не знаю о чем. Будем дружить, петь и кружить. Танцевать я совсем разучился, и прошу вас меня извинить. Утро зовет снова в поход, покидая ваш маленький город. Я пройду мимо ваших ворот, хоть я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом. Я как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово. Сам не знаю о чем. Она говорит, а можно я сейчас с вами вальс потанцую? Я говорю, ну ее еще нельзя. Ну что мне еще? Черт возьми, что делать? Сейчас я приду. Вася! А? Вася, будет. Народный артист России Анатолий Кузнецов. Самый неподходящий момент вдруг признается, нет любви, и все, кошмар какой-то.
Ну хорошо, но есть другая песня о девушках, более оптимистичная. Много девушек хороших, как много ласковых имен, и лишь одно из них тревожит, унося покой и сон, когда влюблен. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поешь. Сердце, тебе не хочется покоя. Свете жить, сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Как много девушек хороших, как много ласковых имен, и лишь одно из них тревожит, нося покой и сон, когда влюблен. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так смерти, повезет любви. 9 граммов в сердце, постой и не зови. Эх, не везет ли смерти, повезет любви. Ваше благородие, госпожа разлука, мы с тобой друзья давно, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не реви. Эх, не везет ли смерти, повезет любви. Письмецо в конверте, погоди, не реви. Не везет ли смерти, повезет любви. Ваша благородие, госпожа чужбина, сладко обнимала ты, да только не любила. Ласковые сети, постой и не мани. Эх, не везет ли смерти,
повезет любви. Ласковы не сети, постой, не мани. Не везет для смерти, повезет любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, кляса на крови. Не везет ни смерти, повезет любви. Перестаньте, черти, кляса на крови. Не везет ни смерти, повезет любви. Дело в том, что я хочу с этой трибуны, с хорошо звучащего микрофона, понимаете, воспользуюсь этим случаем за то, что вы такие душевные люди. Я хочу поблагодарить от нашего коллектива самым сердечным образом вашего губернатора области Пызгалева Вячеслава Евгеньевича, потому что мы с ним разговаривали о том, что мы не первый раз здесь, но в вашем месте не были, на Вологодчине бывали. И мы говорим, вот как бы еще порадовать зрителей. Он говорит, с удовольствием я вас приглашаю, и вот мы здесь, и мы вас видим. И он мне рассказывал, насколько сегодня была у нас с ним встреча у меня. Он рассказывал, как все-таки старается что-то сделать для людей. Хоть немного, но что-то чего-то достигли. И так он бережно и мне об этом рассказывал, с таким трепетом говорил, лишь бы только кто-нибудь не разрушил того, чего мы хоть сейчас достигли. Вот мы смотрим вперед, пожалуйста, чтобы люди как-то смотрели трезво на вещи такие. Так что я ему безумно благодарен, дорогие вы мои, родные. Какая вы замечательная аудитория, как вы тепло нас встречали. Здоровья вам! Всего самого доброго, успехов в жизни, удачи, процветания, всего самого-самого доброго. Мы вас крепко обнимаем и тепло целуем. Дорогие друзья, вот на одном из телеканалов есть такая рубрика «Любимое советское кино». И действительно, я знаю, что, наверное, для сидящих здесь, в этом зале, советское кино является в душе самым добрым, самым естественным, потому что ставили его и делали великие люди, великие режиссеры, великие сценаристы, художники, операторы, конечно, актеры. И вот в этой плеяде известных талантов России Анатолий Борисович Кузнецов. Жизнь благодарная. Еще раз вам аплодисменты и цветы. Соответственно совершенно этому названию «Серебряные струны». Юрий Михайлович, можно я подарю цвет это дальнее? Дорогие друзья, еще раз громкие аплодисменты, еще раз браво великим артистам, великим талантам России!
Я сегодня такое удовольствие получил. Народный артист Советского Союза Анатолий Кузнецов прибыл в Шексну. Это редкость. Я вот уже 4 года здесь, но чтобы народный артист побывал в Шексне, такого не было. Я бы хотел ему передать, чтобы он передал своим коллегам, народным артистам, чтобы они Шексну не забывали. Совершенно удивительный концерт. Меня потрясло буквально все. Балалайка, исполнение, артистизм. В общем, это у меня просто нет слов. Великолепно, здорово. Спасибо большое. И называйте меня просто товарищ Сухов.